Привет, ребята, канал It's My Life. Очередной набег на магазин продуктовый. В общем, поход абсолютно неплановый, вызван тем, что вчера работал 11 часов и, в общем, закончилась вся вода в машине, а мне надо вода в машине для моих пассажиров любимых. Поэтому я заскочил купить специально чисто вот эту вот упаковку воды. 24 бутылки, значит, она получается стоит у нас 2,99 плюс доллар, так, плюс доллар 20, так. Ну и как обычно, не обошел я корзинку сниженных цен, как я вам уже рассказывал, вчерашние батоны, вчерашние булочки по цене 50%, как вы видите. Значит, вот этот вот батончик, это со специальной, ну, намазочка сделана специальная, называется французский чесночный хлеб. Вот, потом круассанчики, 4 круассана больших, значит, они у нас получается 2,99 были, они получились за $1.5, да, хлеб получился тоже за $1.5. И что у нас здесь еще? Значит, здесь у нас еще карамельно-ореховые роллы, 2 штучки, 3,99, значит, они получились по $1.5. Ну, вот такие, в общем, нормальные, приятные, сладенькие цены. Зашел за водой, опять купил чего-то ненужного. То есть, делаем плюсик в нашу продуктовую корзинку месячную. И получается, что, ну, воду я туда же включаю. Конечно, ее можно считать отдельно, можно не отдельно, но она у нас идет в чек с продуктами, скажем так. Все, это было очередное включение. Увидимся. Канал It's My Life. Бай-бай. Всем хорошего настроения. Ребята, очередной набег на магазин Smart & Final. Очередной, внеочередной. Надо было молоко, и как обычно зацепили еще, что было на сейлах и прочее. Значит так, что мы взяли? Мы взяли молоко. Так, в общем, вот чек. Сумма чека 25,83. Давайте по порядку. Значит, мы взяли, как обычно, сладости. Медвежьи лапки 3,99, цел 50%, получается $2. Медвежьи лапки большие, та же цена 3,99, 50%, еще $2. Чизкейк 3,99, 50%, $2. Так, это все здесь. Вода по 2,99. Ну, воду не буду показывать, она в машине осталась, 2 упаковки. Где-то там, да. И $1.20 налог на пластик идет. Так, и что у нас здесь еще? А, еще мы взяли вот такой прикольный йогурт. Он стоил 4,39. Скидка 2,20. Даже больше, чем 50%. Получается, он обходится по 2,19. Вот, и всего получился ценник 25,83. Так что в копилку октября месяца добавляем $26. Все, пока. Вы на канале It's My Life, а у нас набег на Sam's Club. Очень быстрый. Очень быстрый, очень торопливый. Идем что-то скупать, продукты. Потому что кушать очень хочется. Так что сейчас будем с вами по полкам лазить, по ценам и заполнять свою тачку. Sam's Club сегодня лазает по полной. Мне жена говорит, возьми тачку там, где стоят на стоянке. Я говорю, зачем на входе всегда дают? У них всегда, когда входишь в дверь, тебе человек услужливо дает тачку. Подходим, блин, нифига тачек нету. Пришлось идти через стоянку, блин, искать тачку. Облажались, короче. Рассказал ребятам, как лажает Sam's Club. Так, что мы сегодня берем? 2 молока. По 2,45. 1 галлон. 1% жирности. Так. И вот такие яйца. По 6,08. Нет, это не по 6,08. Зайка, почем мы берем? По 6,68. 60 штук. 6,68 мне стоит, да? 6,68, 60.
яйца вкусные, куриные, свежие. Потом идем на другую сторону холодильника и берем наши любимые сосиски. Где наши любимые сосиски? Вот наши любимые сосиски и из турки, и будут стоить они 5,98. Правильно? Что дальше идем? Мясо не берем никакое. Авокадо не берем. Идем за соком и за хлебобулочными изделиями. Так, берем вот такую вот 3,36, пол-литровые бутылочки, 45 бутылок в упаковке. И к ней будет добавлена еще небольшая сумма серви. Берем хлебушек 3,94. 2 или 1? 2. Берем 2. Берем 2. Окей. А в Костке мы такой берем обычно сразу уже, он по 2 запечатан. Но я не помню, сколько он стоит. А надо походить вокруг. А вот это не пита. Опа. 70, как во всех больших магазинах. А тут все магазины большие. Своя пекарня. Ну, часть выпечки им, конечно, привозят, а часть они сами делают. Вот здесь где-то, наверное, нет. Это всякие эти лепешки. Лепешки, булки, хот-доги, гамбургеры неупакованные. Ну, было, может, у них это было такая. Значит, этот раз бисквит. И берем вот такой яблочный сок. 6,98. Это получается у нас... О, блин! Зайка, забери. Получается две банки по галлону. Две банки, каждая по галлону, за две банки 6,98. Мы переиграли и покупаем сок, который стоит 4,58, тоже apple juice. Вот он, тоже две банки по галлону. Может, мы сразу 4? Да. Мы решили сразу взять еще две. Опа! Вот такой замечательный сок яблочный. А тот, который 6,98, едет домой. Есть вот такой прикольный фри-киоск, который раздает всякие рекламные плюшки. Или предлагает зарегистрировать свою скидку. Наверное, сегодня что у нас? Регистрация скидки будет? Нет, он сегодня нам что-то даст. Что он нам сегодня даст? Персил какой-то, Power Liquid, какой-то маленький странный порошок. Пьем. Enjoy your sample. Короче, and take some home today. По вашей... членской карточке этот автомат выдает то печеньки, то конфетки. Сегодня это получилось чистящее средство Персил. Два пакетика. Можно быстро что-нибудь начистить. Правильно я это правильно разобрался? Ну, короче, вот сегодня к нам что попало. Вот такой очень классный хлеб. Кому интересно. Цельный, с зернами, с семечками, со всякими злаками. Очень прикольно. Значит, мы взяли две булочки. Так, 6 десятков яиц, 2 галлона молока, сосиски и 4 галлона яблочного сока. Сейчас пойдем посмотрим, что это будет стоить, и потом вам расскажем. Вот. Идем вот на такую кассу самообслуживания. Да? Берем пистолетик, пропикиваем нашу карточку, ну и дальше. В общем, для этого нужен телефон, поэтому я вас отключу. Ну вот, что мы нащелкали. Так, освечивает, вот так не освечивает. То, что мы сегодня взяли, молоко, яйца, хлеб, сосиски, сок и вода. Пока Маришка толкает тяжелую тачку в нашу машину, я решил вам показать вот такого мустанга красавца. Он просто красавчик. Очень старенький, очень ухоженный.
Очень симпатяшка. Такой вот красавец. Сделаем полный его обзор. Полный осмотр. Тыдыщ, это я фоточки делаю. В общем, он хорош собой. Вот такой у него кожаный салон там ухоженный. В общем, красота. Еще одну фоточку. Тыдыщ для Инстаграма. Ну все. Так, мы решили еще зайти в центр. Сегодня в наших любимых центрах можно купить вот такие вот кухарики к салату, супу. Дети наши любят, да. 9 штук за доллар. В одной штуке я вам могу сказать, сколько грамм. 100 грамм? Не 100 грамм, Сашка, я говорю, сколько грамм? А. 340 грамм в одной штуке. Ну, вот такие вот прикольные салаты. То есть, вот такая 7 долларов 94. Берем. Идем в чипс-отдел. Наша дочь хотела чипсиков. И сейчас мы ее побалуем. Будем брать Принглс. Мы берем, что мы берем? А, лейсы. Лейсы мы берем вот такие лейсы. Почем они? По доллару, да? Доллар. Берем еще вот такие лейсы. Тоже доллар. Где берем, да? Ну, вот как-то так. Идем дальше. Что мы взяли, не берем? Петрушку. Ну, я перебираю, да. Мы перебираем петрушку. Взять тебе лук на салат? Да. Сейчас я петрушку еще выберу. Давай. В общем, мы хотим взять зеленый лук и зеленую петрушку, пакетик доллар. Да. Берем. Вот такие миленькие украшения, куда хотите. Это прямо из них гирлянды получаются, они растягиваются. Половину. Да, вот эти вот, видишь, можно, они будут висеть на ниточке, несколько вот этих вот ручек. Вот эти вот скелетончики, они растянутся в гирлянды. Да. Да. Такие милашки. Ну что, идем дальше? В общем, пока мы гуляли отдельно, что наша мама зацепила? Вот такой салат, доллар. Вот такой салат наш любимый. Тоже доллар. Да. Вот такой лук. 4 цигульки доллар. Петрушка. И зеленый лук. Все по доллару. Да. Еще мы зацепили вот такую намазку. И вот такой один комик, один доллар. В общем, мы побывали в 99 центах. Чек получился 10 долларов 10 центов. Доллар 10 центов – это моющее. И вот эти вот три оригинальных пакета – это те продукты, которые вы видели. 10 долларов 10 центов. Ребята, у нас сегодня опять набег на Костку. Пройдемся по продуктам. А сначала я хочу показать вам вот такую красоту, которая продается. Уже к Новому году начинаются украшения всякие. Это еще не пик, конечно. Все впереди, но уже украшения начинают выставляться. Гирлянды, игрушки к Рождеству. Новогодние мотивчики и всякие конфеты, подарки, можно такого классного жука прикупить. В общем, все нацеливается на Новый год. Ну а мы традиционно пойдем собирать нашу тележечку и посмотрим, сколько мы сегодня чего накидаем. Закупки сегодня планируются небольшие, так по мелочи. Вода, молоко, сыр, питы, хлебные такие, лепешечки. Дети любят у нас пиццу быструю, младшие любят просто с сыром. Старшие, когда с сыром, когда с каким-нибудь мясом сверху. Вот.
Так что бежим закупаться. Вот смотрите, такие подарочные коробки прикольные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Многоэтажные, короче. Наборы конфет и прочее, прочее. Ну и костюмы к Хэллоуину и к Новому году. Вот еще конфеты к Хэллоуину продаются. Кто не успел взять, чтобы угощать тех, кто к ним будет приходить. Что мы сегодня пробуем? Сейчас посмотрим, что мы пробуем. Вот такая какая-то. Не знаю, что это. Сейчас попробуем. Какой-то сыр с чем-то. Это было вкусно. Наши дети любят вот такой десерт тирамису. 9,59. Сегодня мы его с вами зацепим. Они бывают нескольких видов. Вот бывает такой шоколадный мусс 8,99. Но они больше любят это. Поехали дальше. Кто ленится готовить, может взять вот такие всякие уже готовые наборы. Там салаты, сэндвичи. Все свеженькое, свеженарезанное. Моя супруга любит сама это все делать. Так, ну что, идем в водный подводный отдел, надо водичкой закинуться. А то надоело мне там упаковку, я люблю ее покупать в Костке. И поэтому сегодня буду брать 4 упаковки, потому что вода у нас уходит быстро. И дома, и на работе. Все, отключусь, потом склею. Все, водичка затарена, 4 упаковки. Что у нас по цене? Значит, упаковка стоит 2,99 и 2 доллара налог. Значит, получается, по сути, упаковка обходится в 4,99. Дней 40 бутылок. То есть, получается, где-то, грубо говоря, 10 центов за бутылку. 12, да? И если вы хотите, потом вы можете эти бутылочки сдать и получить этот налог обратно. У нас сегодня можно купить вареные очищенные органические яйца. Но мы, наверное, этим увлекаться не будем. Мы возьмем вот такую вот активию. Сегодня она делится на цели. Было 10, стало 5, грубо говоря. Поэтому одна коробочка автоматически идет сразу в тележку. Так, едем дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас вот такие вот пребиотики 7,49, очень полезные, и у нас Сашка их любит, младший, и Антошка любит, Катаринка как-то не очень. Вот. Ну и я люблю их тоже попить. Вот. В день где-то бутылочка две каждый из нас выпивает. Полезности этой. Так, традиционно берем молочко. 2 галлона, 3,99. Это обезжиренное молоко с витамином А, Д и еще там много всяких микроэлементов и витаминов перечислено на галлоне. Кто смотрит наши видео регулярно, я уже показывал. Вот, едем дальше. Едем дальше. Дальше что у нас дальше? Да, дальше у нас сыр и питы. На цели сегодня наше любимое мороженое.
видите, 10.77 становится 7.77. Значит, коробочка автоматически, возьмем с середины, да? Автоматически коробочка идет в тележку. Едем дальше. Мороженое. Посмотрим, что у нас еще на сейле может быть интересное есть. Так, наверное, возьмем вот эти пельмешки. Были 10.69, сегодня 7.69. Дети у нас любят ими баловаться. 7.60, возьмем вот эти. Они не должны быть 7.60. Поехали дальше. Федор Монтерей. Два пакета по 2,5 паунда. 12.69. Вот они идут в нашу корзинку. Так. Сыр взяли. Теперь нам надо сходить еще в хлебный отдел. И пойду посмотрю, что там у нас по кофе. Это у нас кофейный отдел. Сейчас я пью вот такой ванила нат. Он стоит 13.99. Заканчивается потихоньку у меня. И надо будет взять что-то другое. Starbucks сделал за 17.99. Вот такой вот интересный Winter Blend. Короче, вкус зимы. Сделали упаковочку. Вот эти питы, которые мы любим. Вот так они выглядят. С них очень прикольно сделать маленькие быстрые пиццы. Ну вот, вроде и все. Это все продолжается, хлебный отдел. А я вроде бы уже все упаковал. И сейчас еще хочу заскочить в Sam's Club. Вот, поэтому быстро дуем на кассу и бежим в Sam's Club. Ну вот, ребята, закончилась наша затарка. В общем, я вам все показал, что брал. Это мороженое, Активия. Тирамису, десертик, идиотики маленькие, бутылочки питьевые такие, типа, что-то типа питьевого йогурта. Питы, сыр, пельмешки, молоко обезжиренное и 4 упаковки воды. Все это удовольствие. Вот вы можете пройтись по ценам, посмотреть, что-то повыдергивать. Там все со скидками. В общем, все это получилось. $80.16. Сэмс не успеваю, потому что надо гнаться за Маришкой в колледж, она уже заканчивает через 5 минут у нее звонок. Все, это был очередной набег на магазин, на Костку. До встречи, увидимся вы на канале It's My Life. Bye-bye. Привет, ребята, канал It's My Life. Продукты на месяц. Сегодня налет на смарт. Значит, что мы взяли? Медвежьи лапки вот такие. 5 получается за 2,5. Вся выпечка на, так сказать, на распродаже. Роллы с корицей 4.99, ну, грубо говоря, 5 получается, 2,5, все пополам. У Антошки день рождения в воскресенье, поэтому кроме торта, что будет печь мама, будет еще вот такие вот кексики молочные. Так, цена у них там тоже 4 пополам, значит, получается 2. Так, что у нас следующее? Следующее у нас вот такие тоже, это тоже мини-роллы, ну, можно сказать, кексики, ролики, тоже с корицей. Цена 5.99, пополам, значит, 3. И медвежьи лапки, очень всем понравились, они офигительно вкусные. Цена 3.99, пополам, получается, 4. Вот. Почему так много? Потому что праздники. И потому что нам надо на одну вечеринку, еще одна коробочка мы идем. Вот эти вот цинамоновые ролики пойдут. Ну вот так вот, все еще берем.
было быстро и просто, что у нас на выходе получилось 12.48. Вот такой вот получился кондитерский набег на магазин. Ребята, забыл вам договорить про курицу. В общем, смысл получается такой, что почему когда... Покупаем? Да, почему? Вот, ну а что у нас по чеку? Как вы видите, по чеку у нас получилось 17.48. По факту получается, в этом месяце мы потратили где-то... Вот, кстати, давайте отвлекусь. Смотрите, какой прикольный стоит Nissan Leaf Zero Emission. То есть он полностью электрический. Он очень изменился в дизайне. Если кто-то знает эту машину, прошлый Nissan Leaf был абсолютно не такой. Абсолютно он, скажем, был неинтересный. Вот. Этот очень сильно изменился в формах. Вообще он стал просто замечательно выглядеть. Такая, смотрите, у него интересная фальш-радиаторная решетка. Если вам видно, вот она так переливается на солнце. Прикольная. Он очень стал очень симпатичный. Он такой стал, как маленький паркетничек. Вместо какого-то недоуниверсала. И выглядит он просто шедеврально. Я могу заглянуть в салончик, чтобы вы посмотрели. Вот там такая панелька. Ну, не бог знает что. Но тем не менее. Но он очень классно выглядит. Это, конечно, они шагнули вперед. Вот видите, заодно и Ниссанчик обзор запилили. Ну, вот. Так по поводу продуктов. Короче, в этом месяце мы как-то мало мяса покупали. Получилось так, что, наверное, у нас были запасы, и, в общем-то, поэтому мы мало покупали каких-то мясных продуктов. Вот, и, в общем, получилось, что, я думаю, долларов 400 на продукты у нас пошло в этом месяце. Это вообще совсем немного. Обычно мы тратим где-то 500-600. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте, обращайтесь. Всегда будем рады поделиться своим опытом. Может быть, что-то подсказать в силу своих знаний. Если кому-то надо какая-то, ну, я не знаю. Ну, помощь вряд ли, может быть, советом, скорее всего. Ну, возможно, где-то чем-то, может, и сможем помочь. Вот, потому что очень много вопросов по выбору жилья, по выбору школы. Это я буду тоже освещать, показывать в других видео. Ну, в общем, все. Это был последний влог этого месяца. Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось.